Друзья, Владимир Ковалев, значит, изъездил полмира. Значит, ну, это давно было. Куча рыбок приехал. Ну, я должен вас представить. Легенда аквариумистики, на самом деле. Значит, один из создателей живой воды. Значит, лично я на статьях Владимира, значит, ну, очень много для себя. Ну, я учился на его статьях, очень много. Очень сейчас приятно, сайт, да. По-моему, есть, он давно висит. Сайт аквариум называется, да, на котором... Да, аквариумок, там все версии живоводных статей моих есть уже в современном изложении. Да, и сейчас Владимир работает в компании Акваменю, Экзаменю. Экзаменю. Это не одно, ну, это как бы не одна структура. Экзаменю, Экзаменю. Сейчас мы работаем в Экзаменю. Угу. Вот, так что сейчас мы в экзамене находимся. Друзья, и, соответственно, здесь, ну, я сюда не мог не приехать и не взять интервью у этого великого человека, аквариумиста. Значит, и, ну, поснимать, естественно, компанию, в которой он работает. Владимир, я так понимаю, что там я вас застал, значит, на, ну, вот, буквально на бегу, что-то вы там резали или что-то собирались резать. Могу я присоединиться к вам, значит? Да, сейчас пойдем, ну, посмотрим. По ходу так посмотреть, это что вы делаете. Как раз из эколога биологического центра принесли рыбок, диагностику. Сейчас пойдем посмотрим, давайте. Кто живет на этих рыбках. Давайте. Может, там никто не живет, может, там вода что плохая. Что это за центр? Можете рассказать, чем он занимается? А вот, наверное, Анна расскажет. А, вот у нас прямо есть. У нас Анна, как всегда, у нас рояль. Говорите, пожалуйста. Нет, даже не Анна. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я как раз работаю педагогом в эколого-биологическом центре. Да, у нас центре, все тут. Вместе с Светланой Викторовной Кирилловой. Это центр, который занимается дополнительным образованием детей. И в частности, у нас, конечно, есть кружок аквариумистики. Угу. Один из самых больших. Наверное, даже не только в России, но и в мире самый большой. Я занимаюсь все дети бесплатно, вот разными такими. Кружок аквариумистики? Да. А где он находится? Где это? Эколого-биологический центр на Христовском острове 19. Вот я про него слышал. Вот туда приехать бы надо, там очень интересно, да. А мы сотрудничаем с ними, вот. Там мы со всеми сотрудничаем, с магазинами, с зоопарками, да. Они очень помогают. Как интересно так вот. Придешь, ну, здесь у нас просто такой движ, как бы, да, часто бывает. Здесь, да, у нас нам заходят. Мы иногда питомцев, которыми... Вот. У нас тут весело. Ну что, давайте тогда туда пойдем. Да, вы... Ну что, здесь одна рыбка дохленькая. Мы с этой дохленькой. Ага. И начнем. Владимир, а вы ихтиопатолог по образованию? Нет. Нет? Сейчас историю расскажу. Я закончил. Я закончил тогда еще вот Ленинградский университет. Вот, там была такая кафедра, которую потом закрыли, совершенно уникальная. Называлась она кафедра, значит, это самой сравнительной физиологии. Угу. Вот, значит, соответственно, там учили, в общем, этой самой физиологии не только человека и животных, но и рыб, и насекомых, и всего. И все это познавалось в таком вот самом сравнительном аспекте. Угу. Что, конечно, потом очень здорово помогло в лечении этого всего, потому что я, в общем-то, понимаю, как устроен организм, да, причем как бы не по наитию, а по хорошему вот образованию. А потом кандидатскую я уже делал на кафедре физиологии человека и животных. У меня вот кандидатская уже, значит, физиолог человека и животных. Ну, в общем, всех, короче говоря. Вот, поэтому это вот такая база была. А потом просто, вот что мы тут видим, что рыбка такая вот пучеглазенькая прямо вся. Угу. Думаю, тут будет вообще туберкулеза много всякого. Вот, значит, для начала просто мусоскоп. Вот, значит, посмотрим. Но это как бы для вот порядка, потому что вообще соскоб надо живой рыбы брать. С мертвой паразиты, в общем, соскакивают очень быстро. Вот, ну, вдруг что-нибудь тоже увидим. А здесь, конечно, интересно, что внутри, от чего она, в общем, померла у нас. Там же я, значит, эту самую кандидатскую сделал, вот, человека и животных. И эта самая специальность у меня уже кандидатская, это вот физиология человека и животных. Вот, потом начались наши веселые, смутные времена. Вот, и пришлось всю науку эту бросить, потому что были маленькие дети, и надо было чем-то кормиться. А вообще вот аквариумистикой я занимался с раннего детства. Аквариумы всегда у меня были. Папа там мне в лет 5, вот, наверное, первый аквариум принес. То есть с детства вот тоже аквариум. Это его заслуга, да, он всегда мне вот это все.
Вот, поэтому и как бы я уже учась как бы в универе, мы на самом деле с женой подрабатывали, продавали рыбок на вот птичке. Вот, я разводил барбосов, у меня была очень приличная коллекция, до 20, значит, видов доходило, что по тем временам, ну, советским, это было круто, потому что поди достань. Вот, я, наверное, вот, значит, первый, ну, это самый Ламин, вот, развел барбоса-клоуна в России. Я у него купил сразу же деток и развел тоже. То есть, вот, поэтому, в общем, хорошо этим делом занимался. Вот, и, в общем-то, с вот владельцами нынешними экзаменю мы сотрудничали очень-очень давно. То есть, я тогда тоже подрабатывал и на разводных, и на всех, поэтому как бы не случайно здесь вот оказался. А по знакомствам вообще вот академическим я, в общем, познакомился с лабораторией в Госнеорхе, с их цитопатологией, и знаю там просто основных сейчас работников, мы с ними, в общем-то, ну, очень хорошо общаемся, тесно. Я вот Юнчиса хорошо знаю, мы с ним обмениваемся вот всякими нашими наработками. Вот, поэтому, первым таким азам, ну, конечно, я знал много чего, но по книжкам, а потом вот общение, господи, Стрелков, как он, все имя отчество позабыл, ковид он сказывается, вот. Ему было интересно поснимать паразитов, пофоткать. Я говорю, ну, пожалуйста, приходите с паразитами, все вот хорошо. Вот, там как бы импортная рыба начиналась, и наша отечественная, и поэтому, в общем, там мы резали эту рыбу, снимали паразитов, он мне, естественно, показал все вот и вся, а он был как бы великий ихтиолог, значит, этот патолог. А потом уже с Олегом Николаевичем мы вовсю, вот, и с Владимиром Николаевичем, это Воронин. Вот, я с ними хорошо контачу, поэтому как бы опыт очень хороший, база хорошая. Вот, и, а потом тоже я ж работал достаточно долго, 11 лет вот практически в Аква Интерио, а у них там исходно был очень хороший ихтиопатолог, Ольга Ивановна Воравикова. Вот, очень интересная тоже женщина, мы с ней как бы вообще сотрудничаем очень хорошо, так что практика огромная. То есть. Ну, а дальше там уже всякие поездки по Малайзии, я и там тоже поработал, вот, уже это сам консультировал их. И с их ихтиопатологом тоже мы общались, так что... А что-то оттуда подчерпнули? Ну, подчерпнул больше в как там эту рыбу, ну, разводят, ну, в каких условиях, где вот они наматывают этих вот паразитов, и на каких участках вот пересылки этой всей длинной получаются критические места, от чего они потом дохнут тут пачками. Вот это вот просто вот посмотрел вообще вот процесс весь. Значит, чего-то там удалось вот скорректировать. В Aquatic International я работал. Вот. Ну, что-то получше стало, где-то там кого-то научил, как вот лечить. Вот. Амеб тогда мы не умели видеть и не понимали, почему они дохнут. Сейчас я понимаю, что амебы там были. Вот. А так там, конечно, по вообще вот технологии просто. Когда мы пакуем, то есть надо в тень там класть вот всякие такие вещи, чтобы там... чтобы не кидали пакеты с упакованной рыбой там, на солнце, то есть вот эти всякие вещи. То есть можно получить дохляк просто потому, что там ребята из Индонезии наловили этих рыбок, вот такую тубу большую этих лялиусов посадили и на солнце позабыли. Они живые еще пока, но когда они приезжают, у них уже запаса прочности нету никакого, то есть потому что они запарились там. Вот. Ну там потом по технологиям передержки, как... Там же ведь два этапа. Вот сначала мы на ферме их отлавливаем, потом мы везем на фирму коллектор. На фирме коллектор они сколько-то передерживаются и ждут отправок. То есть не сразу с рыбы разводят? Не сразу. В большинстве случаев вот не сразу. Только некоторые компании такие большие, большие, великие, которые вот сразу, ну, имеют всю вообще вот структуру. А так в основном это множество мелких ферм, с которых собирает фирма коллектор и вот отправляет. То есть эти мелкие фермы вообще там не парятся, да, они, грубо говоря, довезли там вот и все, и забыли. Они довезли и забыли, и очень важно, чтобы фирма-коллектор потом работала корректно с этими рыбами, чтобы она их тоже не запарила, чтобы она их хорошо посадила, чтобы там не мега скучено. Ну, посадят там 5000 лялиусов. Ну, друзья, вот интересно, помните, я как-то сидел и рассуждал по поводу как раз вот подобных.
структур, да, в каждом городе. Некий коллектор, который собирает рыбу, ну и что-то с ней делает, там ищет продавцов, да. Такой дилер, что ли. Ну, это дилер, да, который отправка. Маленькие разводчики занимаются чисто разведением и не парятся со сбытом вообще. У меня там на канале еще старые видео есть про вот Лялиус, про вот ферму, где вот Лялиусов вот разводят, вся эта там, эта самая технология там вообще показана вся, как они в этих сначала выращиваются маленькие в бетонных бассейнах, потом в пруд переезжают, потом из пруда опять в этот вот бассейн. Ну и вот по ходу дела, что там с ними происходит. И очень важно их там потом уже у фирмы-коллектора хорошо поселить, чтобы не тесно, чтобы... потому что там мы уже хватаем аммиак пышным цветом. То есть, ну, как бы приезжают, в емкость пихают много рыбы, там, значит, биофильтрация может как бы не работать, рыба получает аммиачный удар первый, ну и пошло-поехало потом. И потом здесь они уже продались клиенту, уже... и он кричит, что мы здесь виноваты. Ну, здесь они еще поступают на наши передержки первые. Еще наша одна ступень, как бы еще такая ступень рисковая. Одна, да. А потом еще магазин. И здесь еще надо перепаковаться так, чтобы не было больших перепадов по pH, потому что приезжает уже водичка кисленькая, перепаковываться нужно быстро. Надо тоже водичку кисленькую сделать, либо там осмосом паковаться. Сейчас, в общем-то, в основном почти осмосом перепаковывают. А из этого проблема тоже вот своя. Сидеть потом в осмосе сутки. Ну, не в осмосе, но в воде близкой к осмосу. Тоже как бы не подарок. Поэтому, в общем, проблем много, как ее потом вытягивать. Вот. Друзья, значит, YouTube-канал Владимира и, значит, сайт Aquarium.mog. Вообще все контакты Владимира, как и компания «Экзаменю», значит, будут в описании этого ролика. Заглядывайте туда. Так, ну тут, естественно, у нас оскоби ничего нет, как и следовало ожидать, потому что это мы там увидим уже у других рыбок. Ну, тут рыбка, значит, рыбочка тут у нас такая вот пучеглазенькая, отечная. Вот, можно, конечно, ожидать, что мы тут туберкулез увидим. Тем более для этих глошек он очень характерен. Ну вот сразу туда и лезем. В жабры я сейчас не полез, потому что рыба уже была мертвая, и на жабрах тоже ничего уже не будет. Ну, у нас тут жир, вот печенка тоже переродившаяся просто. Это вот, тут желтый, да? Это вот жировое перерождение печени прямо в полный рост. То есть кормили ее чем-то таким вот. Вот это вот икра лежит, вот лежит икра. Ну, уже икра тоже такая, как бы, ну, рыба, в общем закистованная. И тут видит. Такая вот деградация внутренних органов практически полная. Видите, я пытаюсь что-то отщипнуть. Это вот кишечник он должен быть, а он рвется и растворяется. То есть вот. А вы студенты? Да, мы студенты. Вы учитесь? А мы студенты, да. Я там тоже успел там почитать лекции. Ага. У них вот, как бы в 18 году перестал, потому что тогда как бы заболел тяжело. Ну, потом уже не вернулся. А какой институт? Гидрометеорологический. Какой? РГГМУ, гидрометеорологический. Да, но там есть, как кафедра называется? Водные биоресурсы. Водные биоресурсы, аквакультура. Вот, водные биоресурсы и аквакультура. Вот, интересная такая кафедра. Вот я сотрудничал с ними много и сейчас на самом деле там в каких-то комиссиях я там состою по защите дипломных работ. Это жир у нас. Вот, это то, что от печенки осталось. И вот эти вот штучки. Раз, два. Ну все, здесь мотать. Это такие. Вот это вот, да, это вот тубер. Это гранулемки. Вот, это колонии бактерий туберкулезных. Вот, они устроены таким образом. Вот эта вот коричневая вся масса, это вот отмерзшие клетки у хозяина, и там же бактерии. И больше всего бактерий, если вот покрасить, будет в самой середине этой, этой вот туберкулы. Жировые пузыри. Это такая очень-очень рыхлая ткань печени. И вот, значит, туберкулезные гранулемки. Одна, вот еще одна. Вот. Коричневый центр – это скопление бактерий и клеток, значит, хозяина, которые уже самые глубоко вот поражены вот этими бактериями. Если покрасить препарат, то
то наибольшую густоту этих бактерий, плотность, мы увидим в самой-самой середине вот туберкулы. Вот. А дальше тут, конечно, на таком препарате видно плохо, но сейчас мы раздвинем на побольше. Вот, видите, при разной глубине резкости, ну, видна, хоть и плохо, некая такая вот светловатая зона вокруг самой этой вот туберкулы. Это такой слой эпителиоидных клеток. Это клетки рыбы хозяина, которая пытается всячески изолировать эту вот туберкулу от себя. Вот, она успешно, может неуспешно бороться. Нет, я раздвинуть не могу. Почему-то телефон не хочет, не понимаешь, почему. Вот, ну вот это вот типичное устройство. Вот это вот маленькие такие вот гранулемки бывают гораздо хуже и гораздо больше. Вот, ну в целом вот она такая вот вся из себя типичная. Ну все, я вот икра в стороне осталась. Я хочу кишку освободить. Кишечник какой-то плохой очень весь. Вот, вообще внутренние органы все в виде комка. У нас вот туберкулез. Вот тут вот как раз хорошо видна эта светлая область с эпителиоидной ткань. Вот светлая область, сама вот гранулема. Здесь вот организм боролся отчаянно, вот таким толстым слоем окружил эту самую гранулемку. Вот, пытался своими клеточками так, значит, ее вот обернуть, чтобы эти никуда не шли. Что мы теперь? Все, сегодня как-то боги против нас, чтобы мы это все снимали. Сейчас я яркость добавлю. Вот она яркая. Значит, все вот, отлично видно. Вот сама вот гранулема. Угу. Вокруг нее эти клетки рыбы хозяина, эпителиоидная ткань вот вокруг. Вот. Ну и масштаб бедствия тут просто вот огромный. То есть вот они, вот еще одна. Это стенка, значит, кишечника. Угу. Вот они еще. Вот еще. То есть вот на фокус так можно навести. Неудобно одной рукой это делать все. Угу. Вот. Ну, то есть здесь острый туберкулез, вот здесь уже, значит, практически эта вот оболочка хозяина уже пала, практически он уже перестал ее вот окружать. Вот, то есть, ну, вот тут много, вот они тут, вот еще, то есть они везде. Вот эта вот селезенка пошла, и то же самое. То есть все, здесь как бы туберкулез. То есть смотрим мы от туберкулеза. Сосальщики там есть, но там один, Ну, то есть смысл такой, что вот если у нас может быть еще сосальчик отыскать вот тут. Глаза выдуваются. Глаза выдуваются, чешуя рыхло стоит. Имеются участки с потерей чешуи. Вот, имеются такие какие-то вот вздутия локальные. Вот это самое. Ярошение чешуи локальное. Какие-то вот. Впалый живот. Да, либо дует, либо тащает. И потом еще наросты идут. На вот голове вот наросты бывают, в основании вот хвоста вот тут, это все везде, тут эти вот гранулемы начинают расти. Здесь еще вот короткая жаберная крышка у нее, тоже характерный дефект этих, это никак с болезнью не связано, это связано с это подбором. Это тоже с туберкулезом? Нет, это связано с тем, что просто производы такие. А это вот инбредные рыбы, они склонны к этому делу, надо просто производителей отбирать хорошо. Это не связано с питанием как-то, нет? Там, витаминами какими-то? Короткая жаберная крышка связана, может быть, с ранними азотистыми отравлениями. Угу. Когда в больших нитритах выращивается малек. Когда его много и... Много, когда скучно. Они же вот первую эту фазу, когда мы там артемии там поднимаем. Угу. Там сидят обычно в небольших воростниках, и туда дует воду все-таки. Когда меняют, а когда не каждый день. Вот тогда это вот начинается. Угу. Вот. Также может быть, когда у нас авитаминоз по вот группе Б, тоже короткая жаберная, значит, крышка. Ну вот тут у нас что? Одна нормальная, а другая вот такая. Угу. Значит, в принципе, там-то все было ничего, но вот это вот, по-моему, генетический брак. Угу. Очень часто именно у этих вот тернеций, у глошек, эта штука есть. А еще можно вопрос, откуда вообще причина туберкулеза? Он инфекционный? Конечно. Он инфекционный. Его завезли. Ну, его было очень вот, мало. То есть поначалу, пока не было импортной, значит, рыбы, практически мы с этим не сталкивались. Угу. Вот. Потом, когда он первый, значит, пошел,
Еще тут вот спорили мы долго, что это ихтиофонус, туберкулез. Вот, ну, как бы по цинию есть такая вот методика окраски, циль Нельсон. Вот, можно вот покрасить, и там тогда розовым красятся эти вот бактерии. Угу. Можно покрасить, убедиться, что это туберкулез. То есть я сам тоже красил, чтобы доказывать, что это вот туберкулез. И теперь как бы, ну, давно уже осознали, что это тубер. Вот, а тут как бы западные товарищи и восточные стали жаловаться, что вот на людей перескакивает, на коленки, на пальцы. Угу. Там, где вот холодные места, там они могут некоторое время жить. Вот, угу. Поэтому в туберкулезную рыбу с ранами на вот пальцах лучше как бы не соваться, тут они могут, в общем-то, это самое, поселиться. Вот, и как бы... Как его лечить? Он излечим вообще? У людей очень быстро. Угу. Я болел, но естественно, как бы зацеплял. Вот, и, в общем, интересно, что медики такую программу выкатывают на кучу денег, и вообще, что это ой-ой-ой, как это все. Но на самом деле здесь все очень просто. Эти же бактерии, они живут на хладнокровных организмах. Это все-таки бактерии? Да, и для вот теплокровных они не очень подходят. Для них критично 36 градусов уже. Угу. Вот они где селятся? На коленках, здесь на углах всяких вот пальцев, на коже рук, там, где нету 36, там, где похолоднее. Чуть-чуть. Как рыбу тогда лечить? Вот. Сейчас сделаем лечебный корм. Вот. И если вот село, значит, на руку, то просто над вот газовой конфоркой, либо над какой-то ультра этой инфракрасной штукой, я читал, значит, это, сухое, да, тепло, просто вот греешь буквально за 2 дня. Все исчезает. Угу. Как бы они не могут тут уже вот никак. Температура без лекарств, без ничего, просто и легко. Я сам цеплял много раз, как бы, ну, потому что понятно, работа такая, когда руки мокрые, когда там были времена, когда там рыбу пакуешь целый день, руки от резинок все уже вот крутить, они все уже едут, вот, и потом они цепляются на эту кожу, угу, такую, угу, вот уже мацерированную, и вот так вот греешь просто и все. Но рыбу можно вылечить? Или все? Вопрос, до конца ли. Вы сказали, это бактерия. Да, это бактерия. Когда говорят, микобактериоз. Так это вот микобактерии. Это микобактерии, да. Это микобактерии такой... – это грипп и бактерии? Или как это? Нет, это просто такое вот название. Это вообще бактерия. Но с грибами не связано? Да? Нет, с грибами она не связана никак. А. Это не грипп никаким местом. Это именно микобактерии. Они родня из того же рода, что и наши человеческие палочки, угу, Коха, угу, но они другие, вот тем не менее. Их кто-то насчитывает 6 видов, кто-то аж 20. Ну, чем больше там эту генетику будут исследовать, тем больше видов отыщут. Угу. Но не суть важно, они четко вот делятся на тех, кто живет на лягушках и рыбах, и тех, кто живет на вот теплокровных. Угу. Вот, поэтому нам это, в общем-то, не страшно. Угу. Внутри точно не поселится, а если на коже, то вот легко вылечить. Поэтому для нас опасности нету никакой абсолютно. Вот. А вот в аквариумистике это просто повальная беда. Угу. Вот. Когда стали исследовать иловые осадки в фильтрах везде, то находят везде их. Угу. Они теперь есть во всех аквариумных хозяйствах. Ну, вопрос только, их там много или мало. А, в общем-то, можно ожидать, что носители практически все. То есть, как бы, здоровых нет, есть недостаточно... Вот обследованные. То есть, если хорошо поискать, то этот тубер можно отыскать у всех рыб практически. А как нам это победить? Победить — хорошая гидрохимия, бесстрессовая, угу, иммунный статус тянем. Вот. И есть лечебные корма, ну, я лечу вот на форуме постоянно, угу, где вот обращаются. Простейший с рифампицином. Угу. Вот. Можно сделать с левофлоксацином. Вот. Еще есть ряд антибиотиков, которые тоже работают, но проблема в том, что как бы всего этого не купить. У меня, ну, у меня статья есть «Лечение туберкулеза» на том же вот аквариумке. Там расписано все-все буквально, все, что сейчас вот можно купить и как этим лечить. То есть можно туда вот зайти и вот почитать. Значит, «Лечение туберкулеза» есть статья. Методики описаны все. Вот. Ну и удается вылечить или все-таки? Ну, там, добиться как бы, внешнего, значит, излечения, все-таки, да. Все-таки он остается там. Ну, надо тогда исследовать уже на серьезном научном уровне, осталось или нет.
можно добиться, что рыба совершенно вся поправится, будет жить, нереститься, хорошо выглядеть, расти. То есть всего этого добиться, значит, можно. Но вообще не всегда. Вот некоторые очень вот склонны, там никак. То есть сказать, что вот в 100% случаев это можно сделать, нет. Процентов. Но если ничего не делать, то рыба умрет, скорее всего. 60%. Если не делать ничего, то в один конец. Угу. На большинстве разводин у нас, значит, получается, есть туберкулез. Есть, да. Они ее, значит, разводят, потом она дохнет, они ее выбрасывают, берут следующую, та пока не сдохла, значит, с ней работают. Угу. Получается такой, как бы, ну... Малька надо получить быстро, вырастить. Да, да, да. И получается, что у нас в любом случае, получается, болячка, она никуда не уходит, она продуцирует сама себя уже в мальке. Тут проблема в том, что это дело, оно проявляется обычно ближе к году жизни. Рыба. На мальке ничего не найдешь даже. Угу, угу. Ну, вот в чем проблема. Сейчас водичка надо взять, они меня унесли. Вот. И малек выглядит вообще замечательно. И все зашибись. И даже если искать, не найдешь ничего. Вот. А вот ближе к году, вот когда нересты пошли, вот тогда оно выскакивает. И поэтому есть ли там чего у малька или нет, ну, наверное, он носитель. Вот. Но вот проявляется потом, поэтому успевают получить поколение. Ну, та же вот живородка вся. Она вся в итоге дохнет от тубера. Ну, вся, может, я, конечно, загнул, но очень часто. Вот. А, как бы, а дети успевают получаться, скорость процесса большая. Но это проблема. На самом деле это вот везде. Это как сейчас вот очень часто, как бы, называть я не буду лиц, чтобы никого убежать. Как быть-то, что делать? Везде надо ихтиопатолога иметь, как бы, да, специалиста. Да, по сути дела, да. То есть это вот все, сейчас акваримистика без этого как бы невозможно. Ну, массовая. Ну, человек же, у которого разводинка небольшая, дома там 5 аквариумов стоит, и он эту рыбку сдает там на рынок. А, ну, нет такой возможности. Ну, на самом деле, это пролечивать-то можно и вот профилактически, так сказать. Ну, просто вот не вот дожидаясь, да, симптомов. Вот. Проблема в том, что недоступны лекарства. А вот сосальчиков этого меченосца дофига. Так, только вот. Да. Сейчас я попробую их просто красиво вытащить. О, вот да, он. Да, да. Вот один, вот один оторвался, а другой сидит вот на жабре, как ему положено. Сейчас я пододвину его. О. Вот, вот он на жабре вот сидит, как он и должен быть. А вот тот вот потерялся. Ну это же дактилогирус глазок же, нет? А вот нету, похоже. Я не вижу тут глазок. Ну, такие смешные. Ну, может и дактилогирус, и бывает и на жабрах он. Вот, ну, что забавно, что по телу его не было, на соскобах. Вот такие, ну, это бывают такие вещи. Ну, вот этот, он сидит у меня под жаброй, поэтому... Может, он тоже оторванный, кстати. Нет, он сидит вот с той стороны, но сквозь жабру его, как бы, не пробить. Я могу, конечно, раздавить препарат посильнее. Но вот его тут у нас глазок нету, да? Сейчас мы их увеличим. Во. Вот. Сейчас увеличим, попробуем фокус отыскать. Он пока еще очень у нас бойкий товарищ. Бойкий товарищ. Вот там прикрепительный диск у него с куском. Самой ткани оторвался, да. Сейчас мы поменьше сделаем и попробуем поискать, может быть, где-то более крупного. Их тут много на самом деле. Вот это вот жаберные лепестки, куча слизи, и вот сидят эти товарищи. Вот. Все они с той стороны, с глазками. Ну, я первый раз, меня Екатерина отставная микроскопу именно научила. Да, мы с ней проработали аж, ну, 9 лет точно. Знакомы с ней, да? Так работали вместе в Аква-Империю. Вот в 11 году я туда пришел, а она ушла, наверное, то ли в 19-м, то ли в 20-м уже оттуда в Голландию уехала. Что мы с ней проработали, будь здоров, вот два вот доктора было, а потом я Лену туда встал. Три. Ну что, поскольку это Питер, то у нас тут вода мягкая. Вот. Мягкая, да, примягкая. Вот. Мягкая, насколько? И вот.
Ну, значит, карбонаточка, единичка, общая двоечка. И выясняется, что далеко не всем рыбам это надо. Точнее, и не надо, и легко киснет, и все такое. Вот, поэтому мы с этим боремся как? Вот у нас полный тазик. В данном случае это вот... Мрамор? Это нет, это крымский... Песчаник? Это ракушечник. Ракушечник. Вот, конечно, коралловая крошка – это лучше, но она очень сильно дорогая. Но это тоже ничего, он так вот растворяется потихоньку. И ну, нам... вот с Азовского моря, наверное, вот этот ракушечник. Вот, да, море, вот этот, да? Вот. И он хотя бы вот немножко, но нам повышает. Если мы там отыграем градус 2, это уже большое дело. Вот если просто вот обернуться, вот сам, да, вот лежит. То есть масштаб, это целая техника. Это вот позволяет масштаб бедствия вообще представить. Вот это вот. Приходится вот так вот делать. Вот. 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 То есть тут приходится поднимать. Иначе просто можем скиснуть. Если бы этого не было, то в одну ночь можем упасть в pH там 5 и получить полный загибон рыбы. Вот, поэтому, а вот там у нас с той стороны, там лежит, да, вот там лежит, да. Вот, так что вот такая история, то есть здесь приходится вовсю-вовсю бороться за эту жесткость. Люди наоборот, а мы вот так. Вот, и это тоже тяжело на самом деле. Вот, вообще вода здесь не подарок, там редокс потенциал очень низкий, тоже приходится... И сильная аэрация, и ставить оксидаторы, вот, иначе никак. Ну, а расскажите по-научному, что такое редокс потенциал? Это способность вот, системы этой вот водной окислять органику. Вот, значит, соответственно, если мы добавим перекись, окислять будет лучше. Если добавим марганцовку, тоже окислять будем лучше. Вот. Когда эта способность очень низкая, то, значит, соответственно, в жабрах не, значит, окисляется гемоглобин. Значит, не получается оксигемоглобина, который разносится кровью, и там кислород отдает. И рыба просто задыхается тупо, она, в общем-то, постоянно испытывает... Несмотря на то, что там распылитель бульбуляка. Это вот немножко исправляет эту ситуацию, но не полностью. Вот здесь вот из-под крана, вот именно в этом вот районе, очень-очень плохо все, поэтому мы ее аэрируем, вот, и еще тоже не всегда это получается, особенно, ну, там мы просто покажем вот эту систему, вот магазинную, здесь-то все более-менее, там, ну, рыба сидит не очень тесно, даже вот скажу, что вот совсем не тесно, поэтому здесь таких проблем особо нет, а вот там вот в магазине, где маленький аквариум, а плотности посадки большие, там они есть, там приходится эту проблему решать. Ну а так по рыбе сейчас, в общем-то, ну, летние посадки, ну вот милиусы подросли. Вот из такого, ну вот милиусы есть, вот как бы флауэрхорнах мы купили тут. Слушайте, сейчас я видеокамеру включу, минуточку, друзья. Значит, флауэрхорнов много у нас осталось, ну, зимой. То они хорошо шли, мы их купили, дальше они... Раз, два, три. Флауэрхорнов много у нас. Просто хорнов, давно их не видел. У нас они были много. Очень популярные. Да, так они зимой неплохо продавались. Вот, это еще такие удачные по форме тела, они не очень короткие. Ну, когда у них не такая большая, ну, вот шишка, им жить полегче. Хотя, конечно, шишка вырастет еще с возрастом. Ну, вот прилечили мы их, очухались они. Ну, ну, лето пересидят, ну, вот прямо вот такие хорошенькие. Вот. Вот, ну, везде тут вот, а тут да, прям шишастый. Вот, прямо такой, да, да. Немножко разные эти шишки. Как-то они модные были прям, вот одно время. Все там что-то кинулись разводить, кинулись, их привезли. Да. Ага. Вот. Покупали их задорого. Вон другой тоже там сидит. Интересно, давно их не видел. Ну, все в хорошей форме, тут я их... Ну, у них обычно что? У них и глисты, и тетрахименты, и гекс. Вот они приезжают вот с полным комплектом того, с чем надо бороться. Ну, где-то первые 20 дней уходят на борьбу, потом нормально они сидят, растут. Эти маленькие пришли вот такими вот. Вот они выросли довольно хорошо. Уже все метки можно снять, уже давно технические метки по лечению. Ну вот, по характеру разные очень. Кто-то очень злой кидается, кто-то трусливый, кто-то общается лучше. Если вот выборка есть, то можно выбрать по характеру. Вот, они очень-очень, каждый
каждой особи. Вот это вот колымаихтики сидят. Угу. Очень хорошо они в дубовом листе, нравится им. А что вот эти дубовые листы все, значит, эти миндальные листы все, что они делают? Они тоже повышают? А они еще с добавками в воде борются водопроводными. С добавками, которые направлены на то, чтобы исправлять мутность и самую цветность, самое главное. Идут эти вот добавки. Вот они какие сейчас, я уже не знаю. Значит, уже давно не работал с водоканалом. Пока работал, значит, в университете, то там у нас были вот договора, там мы занимались биотестированием этих вод. Поэтому как бы это тоже потом очень хорошо помогло при содержании рыб, потому что я примерно эту вот кухню понимал. Вот. Но и вот есть вот добавка, которая цветностью воды убирает. И она, значит, цветность вот убрала, но их дают обычно с легким перебором. И в воде она есть. Она потом с чем реагирует? С жабрами рыб, с кожными покровами, с чем-то еще. Вот. И как говорят, что рыба не села в эту воду. Угу. Потому что в этой вот воде что-то есть. Вот. Когда мы кидаем много этого листа, это вот что-то, оно реагирует с ним. Угу. И перестает раздражать рыбу. Ну и там, кроме того, еще просто вот особенности экологии этих рыб. Они с большим удовольствием туда прячутся, они не стрессуются. И в итоге они себя чувствуют хорошо, и им эти дубильные вещества очень нравятся. Вот, поэтому это все живет в этом листе. Можно, в принципе, всем рыбам применять, ну, или нет? Кто-то любит, значит, эти листья одновременно понижают этот самый редукс-потенциал. Поэтому здесь надо ловить эти вот балансы, где что. Вот, допустим, живородкам это не очень нравится. Угу. А эти же, собственно говоря, могут же дышать еще захватом воздуха. Угу. Поэтому я им могу нафигачить этих листьев просто сколько угодно. Угу. Если у них вот жабра не справляется, он просто заглотит воздух. Угу. И как бы хорошо. Вот. Вот для них это оптимум. Вот прекрасное содержание. Вот, пожалуйста. Вот нильские слоники. Им эти листики только как борьба с мутностью и цветностью, и, ну, чтобы там прятаться, чтобы вот как-то вот так вот. А так, конечно, нужна вода очень хорошо вот аэрированная, почищенная. Вот, везде эти латерлифты, там тоже как бы циолит в перемешку с этим песчаником, с коралловой крошкой, чтобы пожестче было. Ну, это же тоже все как бы привозная рыба. Это привозная рыба, причем... Приезжаешь? Да, это вот из Сингапура, но, похоже, они это как бы закупают. А тоже экзо меню само привозит или там, нет, через Косбелово? Нет, через Белово, через Белово котель, да. Ну, еще и через Бастакватика. Mm-hmm. Тут у нас вот Александр этим занимается. Mm-hmm. У него широкий круг поставщиков, то есть, mm-hmm. ну, в общем-то, практически все московские mm-hmm. все московские фирмы, поставщики частные, кто этим занимается, в общем, мы сотрудничаем. Так или иначе, где-то мы что-то нашли, мы купили. Mm-hmm. Вот. Ну, вот. Вот Александр Береснев этим занимается очень плотно, вот нужно будет познакомить тоже. Вот как бы все эти закупки, ну, на ней, а я потом уже их вот адаптирую к тому, что получилось. Ну, вот слоны у нас, вот хорошее стадо, вот, смотрится все-таки, ну, прилично. Название такие слоны. Ну, слоны, да. Ну, вот, можно будет. Вот, ну, слоники. Там все то же самое, что даже тут еще? Даже дискусы есть, да? Да, дискусы есть, чупы есть, да. Ну это тоже все привоз, да? Или нет, дискусы наши местные. Местные? Дискусы местные, да? Питерские. А кто-то занимается? Занимаются. Ну, бросают на самом деле. К сожалению, их бросают, потому что все меньше и меньше это востребовано. Ну вот тюркис mm-hmm. такой вполне себе, в общем-то, приличного mm-hmm. качества. Приличного качества тюркис. Вот. Там еще в магазине есть, тоже mm-hmm. посмотрим. Mm-hmm. Есть только пара сидит, там побольше. Из такого, что тут есть еще змееголовы, блехера есть в большом количестве. Ваша любимая рыбка какая? Ну вообще какая больше всех нравится? Или какой вид рыб, возможно? Ну, к душе ближе. Ну, сам я бывший вообще вот барбусятник. То есть разводил кучу барбусов всяких, значит, разных. Ну, это все нравится очень. Вот, нравятся это самые лялиусы. Угу. А с ними вот проблема. Это вот болезнь, это язвенная, непонятная. И, конечно, сейчас ими заниматься одни убытки. Мы как бы язвенных в магазин пытаемся не носить.
Вот. Ну, болеют они, я вот разрабатываю всякие методы лечения. Вот. Где-то получается, где-то нет. В общем, сложная эта тема. Ну, вот змееголовы сидят, веселые, довольные. Вот. На подросте много всякой рыбки берем, чтобы просто дорастить, поскольку база большая. Вот. Дейснеры, гурамки эти вот. Гурамки, да. Да. Были очень маленькие, что-то. Ну, сивели вот хорошенькие. Но это импорт, но хорошая партия пришла. Вот, очень, очень веселенькие, гладенькие и, в общем, беспроблемные. Вот. В общем, сюда приходит рыба. Инстаграмки, да. Здесь она передерживается. Да. И потом идет в магазин. Потом идет в магазин. А магазин один вообще? Или? Магазина три. В Питере? Нет. Или вообще в Питере пара? Два и в Москве один. В Московском только-только сейчас стали заниматься. Вот съездили мы туда с Александром, посмотрели, что там делается. Вот. Ну, туда вот надо вот оптимизировать поставки отсюда. Здесь под них что-то делать начинать. Мы тут еще недавно работаем, поэтому это все налаживается не сильно быстро. Чувствуют, вот они прозрачные именно получаются очень прям. Стеклянные сами. Да, стекляшки очень хороши. Ну вот там самые пенелодосы, пиктусы есть, ну там три штуки в магазине, три здесь, шесть штук всего было. А, ну там они еще болели лихтом, было 9, 3 сдохло, ну 6 удалось поднять. Немножко всякой Африки там достаточно. А это кто такие? Ой, гератилапия. Мультиспиноза, да. Что же давно что-то я такое не видел. Ой, оно тут как бы вот сидит и сидит. До нашего прихода еще была куплена, ну, в мальке, но вот выросла уже. Ну, рыба некоммерческая здесь совершенно. То есть, ну, забавно, что сидит. Вот. Вот эти вот лялиусы многострадальные у меня тут на всяких опытах. Вот. Я склоняю, что это микоз все-таки в первую очередь, эти язвы. Вот. И тут уже просто испытываю разные лекарства. Вот. Кто-то вылечивает, кто-то нет, но это как бы не для вот продажи, это изолированная тема. Вот, то есть, другие рыбы не цепляют этого, вот сидит там орнатус, кажется, да, и вот ему совершенно все равно. Эти лялиусы, они в язву, все, орнатус ничего не цепляет. Вот. Поэтому это чисто лялиусная беда. Ну вот, значит, у того меченосца, геродактилус, ой, наверное, все-таки дактилогирус, адский. И всех этих меченосцев съели эти черви. Вот. На вот других рыб это вот не перескочит, так что если эти меченосцы сдохли, то все. Это последний рыб. Да, если хочется меченосцев, то можно сделать месячную паузу и запускать потом по новой. Я думаю, ничего уже не будет. А вы кем будете, когда вы учитесь? Вообще по профессии будет написано, что мастер-рыбовод. Мастер-рыбовод. Да. То есть вы сможете форель какую-нибудь выращивать или что, или лечить ее сможете. Ну вот, что мастер рыбовод делает? Могу заниматься воспроизводством рыб. Это, например, форели, осетры. Также товарным рыбоводством. И могу также уйти в аквариумистику. Я планирую аквариумистику. То есть вы все-таки как бы и вот эту тему с паразитами, со здоровьем рыб изучаете, да? Изучаю. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Очень приятно. Меня Андрей. Аня. Друзья. Сюда к нам. Ну, вот такая вот симпатичная Анечка. Вот здесь проходит практику в компании «Экзаменю». И это на самом деле классно. Ну, то есть это как бы такая серьезная социальная функция, как бы коммерческая компания. Вот. А где еще? Ну, не знаю, в институте в самом есть как бы? Ну, там. У нас стоят аквариумы. Это вот на Крестовском острове где-то? Нет, это на кафедре у них стоят аквариумы. Там даже была ОЗВшка, не знаю, сейчас она есть. Вот, ее еще там, да. Это еще при, значит, мне это все это начиналось, ставили это вот ОЗВ. Там были сначала осетры. Вот, осетры все-таки, наверное, передохли, вот, но самые эти клариевые, они вообще неубиваемые. Они выросли до больших размеров, и их планируют закоптить. Серега и бочки вообще потом слил бочку в 200-литровую. Они, по-моему, где угодно будут. Они на форель перешли хозяйство, там у нас одни организовывают. А эти самые так бочки жили, короче, ну не знаю, сколько их там штук. Да, вот он делал, что они живут в адских количествах. Пока они не пожарили. Им все равно на грязь. Так, значит, привитосики. Банановые.
банановые? Ну, но это вот одно из названий. Типа фильтраторы? Ну, это фильтраторы, да. Ну, это просто один из синонимов. Ну, в общем, это фильтраторы. Атиопсис, малесенсис, как там. Вот. И вот это. Такое стадо хорошее, дружное. Он загребает тут у нас. Ага. ВСКС. Друзья, простите, все один делаю одной рукой, поэтому в одной руке одна камера, другая другая, так что иногда забываю даже включать. Тут еще, тут всякое разрозненное. Ага. Ну, оманки вот тоже уже немного было стадо, большое. Сейчас мы еще других креветок поглядим. А вот тут очень такие вот эпистограммы, не каждый раз такую эпистограмму можно увидеть. Вот, тут собирались под развод. Угу. Вот, сидят пока, продавать жалко. Может, все-таки пытаемся поразводить. Ну, такие хорошие, да, просто по размеру. Эпистограмма, так вот эпистограмма, по крайней мере, да. Хотя, конечно, старая уже. Вот. Ну все, идем сейчас еще в другое место. У нас тут много всяких закоулков. Тут такой вот термостат, получается. Еще одна комната получается здесь. Да, и тут сидят петухи. Петухи сейчас, правда, в основном уже всякие остатки, новой поставки не было. Ну, не все плохие. Тут не только брак есть. Вот. Сейчас, конечно, мало их просто-напросто, потому что вот ждем поставок. Часть уже просто вот там обтрепанные, которые на вот восстановление. Просто. Некоторые ничего же. Ну вот мало, к сожалению, сейчас самые привезенные петушки, да? Да, вот хороший хохмун. Ага. Вот хохмун очень такой ничего же. А почему они стоят в аквариуме просто и. А это термостат. Вода теплая, да, чтобы держалась. Я понял. Вот. А сидят-то они отдельно. Вот хохмунчик тоже такой. Такой вот помоложе, но хохмунчик. Ну, первый синий лучше был. Вот. А это вот. Все здесь. Ну вот супердельты. Ну тут еще что-то уже, что вот потрепалось, оно долечивается, это нормально. Вот, то есть такой процесс. Они приходят и здесь лечатся, да, какой-то? Ну, они приходят, они проходят обработку обязательно. Они проходят от сосальщиков обработку сейчас. Сейчас чего-то вот пошли у них сосальщики. Одно время было не очень актуально, а вот сейчас они есть. Вот, то есть уоденем обязательно, потому что петухи и уоденем, мы это вот практически вещи связанные. Почти навсегда он там есть. Ну, если есть там костеоз там какой-нибудь, водонелла, может быть, все это исследуется, здесь вообще пролечивается. Вот, по этим стаканам это очень удобно. Здесь сразу можно замешивать там, протоцит, прозеквантел, что-то еще. Вот, то есть удобно лечить по стаканчикам. Делается бадья этого лечебного раствора. По стаканам все это разливается, через день меняется. То есть здесь такая вот установка для подготовки петухов к продаже. Пустые полки. А сейчас вода есть. Постоянно льется, да? А вода просто вот циркулирует, там вон грелки внизу, да. И теплая вода просто проливается, и все. Вот. Здесь такая мини-больничка. Небольшие тоже емкости, в которых удобно пролечивать. Ну, кто-то был вот больной, но все здоровые никогда не бывают. Кого-то там получаем, понимаем, что продажу это нельзя никак, и вот они долечиваются. Вот тут вот разборы, галактики, вот опять галактика. В последнее время с уоденивом они приходят, поэтому приходится сбивать вот уоденивом, а после этого уже потом продавать. Я понял. Вот. Здесь вот уоденивом был, как это ни странно, этих вот. Сейчас просто вынести надо. Вот. Здесь просто малечков принесли, отдали. Жалко, надо вот дорастить уже, чего ж теперь. Петелю, да? Да, просто вот петелюху принесли, маленьких принесли, я тут тоже вот развлекаюсь всякими диетами, как вырастить быстро. Вот, кристалл блэки, креветки. Интересная окраска. Ага. Нежненькие очень, конечно, тяжело работать. Здесь как раз то, что у нас вода мягкая, вот только хорошо. Им это нравится.
Вот, Кристал-Реда. Здесь же. Вот таких сейчас вот прислали, не очень они реды. Может быть наберут, не знаю. Сначала вообще пришли такие вот коричневатые, сейчас поярче стали. Да? Это вот Индонезия, мы же не знаем, что они пришли. Пришли очень маленькие, слабо окрашенные, сейчас немножко подрастают, вроде поярче стали. Ну, эти Fire Red, с этим все, в общем, понятно. Ну, вот, все сидят вот. И вот голубенькие еще есть. Тут голубенькие сейчас... Не удивишь уже никаких? Не, ну возим просто, чтобы продавать. То есть это, ну как вот передержка просто, привитосов. Ага. Не то, чтобы удивить, но вполне расхожий товар, они хорошо продаются. Вот. Тритончики тут всякие. Вот как бы. Вот забавные креветки вот тут. Вот красноносые, но в этот раз они не красноносые почему-то, а черноносые. Это креветка буратино, красноносая креветка. Вон от страха одна прыгнула, прилипла к стенке. Давай-ка, дорогая. Вон, они прыгают как ненормально. Буратинки, да? Да, буратинки такие вот. Такие вот креветки буратинки. Вот, прикольные вот креветки очень. Мне они нравятся. Что-то мне их до сих пор в продажу вынести. Не успели. Вон тут плавают в толще воды, может вот так вот плыть, но очень резкие и быстрые, там надо готовить аквариум для продажи, крышку хорошую делать, потому что выскакивают. В самом магазине. Мы находимся сейчас в самом магазине. Вот, но мы сейчас, наверное, значит, посмотрим, что тут у нас есть вот, значит, интересного. Но по ходу дела мы решим еще один момент. Интересно, я уже сегодня начал говорить, что в Питере вода очень-очень мягкая. И вот мы торгуем улитками. И понятное дело, что в очень мягкой, значит, воде, когда у нас и GH, и KH, они очень низкие, нам надо этим улиткам облегчить жизнь и повысить это дело. Вот, мы уже показывали сегодня вот такие вот замечательные вещи. Это вот это у нас крымский ракушечник. Угу. И сейчас мы его положим по сампам. Ну и заодно еще посмотрим, как устроены эти торговые аквариумы. Наверное, это тоже будет интересно. Свое какое-то производство, да? А? Свое какое-то производство? Нет, это заказывали где-то. Это какая-то евростойкая вообще заказывала. Что-то не в Эстонии была в свое время. Мне она не очень, если честно, нравится. Ну, какая есть, в принципе, работать-то можно. Чего? Миш, я что-то пришел. Хотел, чтобы он параметры посмотрел. Вот. Вот у нас тут аквариум. Здесь вот улиточки живут. Это кролики, да? Да, как тут они... и кролики. Как они называются? Вот, мы, конечно, сюда доносим. Ой, а я... Тиломелания. Да, тиломелания. Ага. Вот, тут у нас кролики. Они же рожают по одной улитке вообще. Да, то есть это все не быстро. Вот мартинсы белые. Вот, есть вот геркулесы. Это прям улитки, да? Да, такие. Вон она. Да. Тритон тут затесался. Ну, в общем, понятно, что такие массивные раковины, надо как-то поднимать это все дело. Вот. Ну и как мы эту проблему решаем? Как это устроено? Сзади есть самп. Вот, водичка вот сюда поступает. А, то есть это вот, ну, отдельный аквариум? Это отдельный аквариум. На 3, там, один аквариум. Да, вот до сюда. Вот один аквариум, это вот одна система изолированная. Ага. Там таким образом получается связанными только три аквариума. Ага.
Но если где-то вот рыба заболела на одном, то лечим как бы всю систему. Но хотя бы это не вся стойка. Это уже как бы хорошо. Ну и вот тут у нас вот какой-то известняк, ну, лежит, он уже, в общем-то, вообще растворился тупо. Здесь он вообще растворяется. Эта кучка уменьшается. Вот она уменьшается, уменьшается. Вот здесь тоже я вот везде вот так вот засыпал, и уже остались, ну, рожки, да, вот ножки. То есть прям сам камень уменьшается, уменьшается. Уменьшается, он делается рыхлым таким, да, и все. Да. Блин, прикольно. Это было вот так. Вот так это было все. Эта куча была вот такая. Блин. Это все уходит. Насколько, да? Да. А так, в принципе, это удобная стойка. То вот. Есть так можно с кальцием бороться, да? Вот, вот подлив, значит, на воды. Мы можем вот сюда просто воду заливать. Эта вода у нас идет из бака там водовой подготовки. Ну, соответственно, она мягкая все равно. Вот. Так что здесь легко эту воду поменять. Вот. Ну, а все равно она мягкая. И тогда. Камышка уходит, да? А здесь вот, да, да, когда есть перелив, она уходит вот сюда, там дальше, ну, насос, который из этого приемника уже выкачивает эту вот канализацию. То есть, вот здесь как вот у Рудольфа Вагнера сделано. То есть, да? Здесь система-то, сеточка. Ну, в принципе, она неплохая. Просто сеточка донизу. Да. Ну вот, и вот сюда вот мы сейчас вот так это вот утопим. Давайте сейчас возьмем еще. Вот уж тут у меня, значит, практиканты мыли это дело. Уж насколько помыли, наверное, какая-нибудь еще пыль пойдет карбонатная. Ну, это не страшно, она на самом деле вся она отфильтруется. Миш, а сколько было тут, еще раз напомню, у нас общая и карбонатка? Улиток? Да, улиток. Общая 5, карбонатка 3. А, ну еще не так плохо, да. Ну, ну на той улитке, да. Вот, и вот так вот мы закладываем сюда эти штуки. Удобно, когда в сетчатых мешках, если они запачкаются, их можно вынуть, промыть. А так это тоже будет потихонечку уменьшаться по размеру. Надо же. И вот масштаб бедствия, видите, я закладываю какое количество. Вот завтра. Это еще не все, сейчас еще положим. То есть этот тазик у нас сюда уйдет. В одну или не? Ну нет, ну тут по стойке сейчас размажем. Вот такая вот история. Кто бы мог подумать, да? Ну, интересно, да. Ну вот. И еще прям туда. Да. Там не надо вход не забить. А, ну поменьше надо улиткам, взять. Улиткам, наверное, больше всех. Да? Улиткам больше всех, сыпется. Потому что с такими раковинами, ну, тут иначе беда будет. Ага. Ну, вот сюда еще положу. Вот, вот такая вот штука. Я думаю, тоже, что забавно, да, вот поглядеть, как, ну, это, да, нужно, да, делать. Мы наоборот, как бы, у нас. Ну, вот, вот такие, задача с точностью. Блин, как бы ее мягче сделать, задача для лимонов, чтобы разводить, чтобы кольцевые налеты, значит, да, и да. Вот это вот все. Нет, вот. Тут вот все наоборот. И вот проблемное место. Сейчас надо будет еды еще принести, покормиться. Здесь у нас брызгуны. Правда, это вот пресноводные брызгуны, но все равно вот они голодные сейчас, тощенькие. Плохо их у меня покормили. И вот селенотока. Вот селенотока, она же вообще, ну, в общем-то, полуморская или морская, когда взрослая. А тут вода киснет. Как бы молод селенотоки может, ну, года три даже жить в аквариумах, даже более-менее в таких вот, с травой там жесткой, даже не все жрет. И выглядит, в общем-то, она неплохо. Но вода не должна быть кислой и не должна быть мягкой. А при мягкой воде у нас кислота стремится туда, в кислоту. В кислоту она стремится, этот вот азотный цикл закисляет постоянно воду, при нем выделяется азотная кислота, по сути дела. И вот у нас нитраты копятся, и вот ионы водорода, которые закисляют эту воду. Нам надо вот известняк класть, чтобы связывать эти вот ионы водорода. Вот сейчас будем закладывать вот везде эти штуки. У нас тазик уйдет, вот, который мы снимали. Здесь вот живородка, кстати, вот. Часть из них московская привезена. Московская? Да. Ну вот рубины эти, меченосики. А вот они как садятся в эту воду вообще? Или ее там готовят? А, ну я подщелачиваю воду, и вот он мерил вот это хлористый кальций. Вот то есть вы здесь, грубо говоря, постоянно бегаете с тестами, да? Вот, ну вот просто вот. Ну часто. Не постоянно, но часто приходится проверять, потому что иначе просто рыба не сядет. Вот, ну что делать? Ну, вот он купит, вот придет клиент, купит живот. А мы делаем он тесты же, тут. Не будет ничего мерить. Он ее посадит, и можно купить грунт карбонатный, который продается, тут доломитовый, например, я тут рекомендую. И просто, значит, делаем отсыпочки, и прекрасно в этих вот, значит, банках у любителей поднимается общая осень, и там
Ну и там 3-4 карбонатка легко, это можно сделать. Мы советуем, они делают, и все живет. Угу. Вот. Но если просто так в питерскую воду, конечно, лить, у него там будет pH 6, вот, карбонатка почти 0 и общая 2, ну тогда сдохнет. А вот, мы для травников ищем грунт, чтобы не фанил. Да, а здесь какой-нибудь один. Нет, но здесь тоже, если как бы хотим подавать СО2, то грунт, который не фанит. А если не хотим подавать СО2, тогда как раз который фанит. Придется поднимать. Вот, который фанит. И если у нас есть даже вот такая вот доломитовая крошка, такая хорошая, и вот по калибру, которую можно отсыпать, она там гуманно очень стоит, там 180 рублей пачка. Тут алебастр добавляет, там вот я видел. Ну, это я тоже развлекался одно время, да. Вот, так что вот можно так делать. Вот, так что такая вот тонкость. Эти кто они, не меки, а элиоти. Да, элиота. Элиота, да, элиоти. Редки сейчас крупные рыбы. Угу. Ну вот каламаих-то те же самые, но сидят тут, те же там. А вопрос, можно, но в Питере вообще как аквариумистика, уменьшается или увеличивается? А вот сказать тяжело. Вот именно аквариумный сектор. Сказать, по ощущениям. По ощущениям сейчас стало расти. Угу. Вот. Может быть, не сильно стало расти. Ну, а если с Советским Союзом сравнить? Ну, даже не надо и сравнивать, потому что понятно, что тогда было очень много. То, что сейчас уже просто ни в какие мы сравниваем. Но было очень плохо. А сейчас, как ни странно, невзирая на волну, на это у нас все, тем не менее, ну, видимо, людям хочется чего-то такого вот, чтобы вот отвлечься просто-напросто от всей этой чернухи, которая вокруг делается. Вот, поэтому, наверное, рыбки тоже этим тоже вот притягательны. Вот. Ну, приятно же посмотреть. Вот тут у нас тоже много. Тут вот хромис вот отнерестился. Вот, оставили. Какой-то лифолили или какой-то красный. Да, да еще и баллонистый. Кто-то у нас из кул, по-моему, был еще. Ну, лифолили, мне кажется, это. Либо там гибрид какой-то. Ага. Вот уже вот малечки поднялись. Да. Вот, сейчас уже отнесем. Значит, цветки же интересные рыбки. Вот интересно, да. Из-за объемов аквариумов как бы не содержат. Ну вот они поссорились, была пара, самка мужика выкинула, говорит, ты плохо ухаживаешь. У них наоборот, да. Ага, вот девочка осталась, ага. И вот выводок весь спасет. Ну уже все, вот он, ну они уже большие, они уже и сушку будут есть. Ну их так же Артемий выкармливают, да? Выкормили декапсулятом и мелким-мелким ГСК в перемешку. Живого не было. Не было вообще ничего. А вообще живые корма есть? Как-то? Да, живые корма есть. Даже сейчас можем вот каких-нибудь маленьких рыбок покормить. Вот у нас тут из интересного. Ну вот, очень маленькие. Эпиплатис. Да, эпиплатис анулятус. Вот, значит, это, поставляют их очень-очень мелкими. Ну, сейчас это я... вообще да, и вот спрашивается, а что с такими делать? Ну, они подрастают хорошо, сейчас мы покормим, я сейчас принесу, секунду. Вот, тут у нас и в продаже этот вот Аулафорус есть. И как бы у меня, конечно, есть, чтобы, чтобы мелочь покормить. Очень-очень полезная штука. Вот, сейчас возьмем. Вот щучки, это дело с большим удовольствием мы тут вот. Скидаем вот так. Вот. И им, конечно. А у вас можно Аулафоруса купить? Да, можно купить Аулафоруса. Сейчас покажем где. И вот эти червячки, они махонькие, они долго парят в воде. Можно еще вот аэрацию посильнее сделать, чтобы. А купить. Еще культуру есть. Еще есть культура Артемии. Ага. Мы сейчас тоже принесем. И покажем просто живых артемий, вот рачков, рыба с большим дном. Ну, это уже более крупная рыба. Вот, так что щучек можно вот накормить. Вот, вот разборка эритромикрон, да, тоже пришла. Всех можно кормить. Просто, да, да, ну вот этой мелочи, всех. Просто вот настолько им вот нравится это дело. Да, и большим вот. Тоже и нравится вот они это дело. Да, вот, голубоглазка, вот Нормана тут. А это там, что кстати, за разбор? Эритромикрон. Эритромикрон. Пришли вообще малечки серенькие никакие. Вот сейчас только-только начали, начали окрашиваться. Ну, это близкий родственник звездной разборы. Идут даже вот споры, они. А, мы их сейчас унесли. Вот, а они вот скрещиваются или нет. Ну, мы там на заднем дворе этих разборы видели. Один там показался, вот как бы полечили, сейчас обратно надо будет принести. Вот. Вот эта вот рыбка, кстати, достаточно редкая.
Самбо. Да. Это я что-то как-то у нас они на птичке как наразводили. Да, наразводили. Ну, да, вот их, вот их не было, не было, теперь пошло. Ага. Ага. Вот. Но все равно здесь такие мальчики уже хорошие, окрашенные. Ага. Ну, вот они мне нравятся, ну, когда мальчики. Ну, когда девочки вообще вот. А, значит, это стеклянные не такущие. Вот стекляшки так, наши, да, кривитос эти, да, да, тут да, вот такая компания. Угу. Вот, из такого, ну, бычки тут вот. А, вот генно-модифицированные петухи. А это тоже дубовые листья, да? Да, остатки. То есть где-то просто вы их собираете и... А, у меня на даче есть собственный дуб. Ну, вы собираете, причем канадский. Когда они зеленые или нет, когда они нет, уже опали? Вообще листопад, опад. Опад. Не зеленые, вот, ну вот что-то свежий. Дуб подходит или еще можно что-то? Дуб лучше. Вот. Ну, я либо вот кота попробовал, либо дуб, да. Но дуб уже проверенный вариант, поэтому для особых случаев я там одно время увозился, потом перестал, просто времени нет. Березовые веники тоже могут вот помогать, причем, ну, это уже фитотерапия начинается, ну, тема, которой надо еще позаниматься на самом деле. Вот, а тут еще под этими листьями живет бычок. Сейчас мы его попробуем выманить. Его видно, вон. Ага. Тут еще шкурка от креветок. Сейчас полезут эти бычки. Вот, сейчас листики. Вот они. Да. Ну, вот они под это дело. Вот, интересно, что эти петухи генно модифицированные, они вот не дерутся смертным боем, как вот нормальные. Можно вот в толпе содержать. Вот полезли эти. Быки полезли, да. Вот. А вот по поводу фитотерапии. Вот, бычков все-таки мы содержим. Вот здесь тоже еще бычки. Вот. Так, по поводу фитотерапии. Вот мы же красивые бычки вот здесь. Коряшки используем, да? Да, опять же дубильные вещества, да, какие-то. А здесь уже почти все. Может быть, есть смысл там, я не знаю, березовый веник засунуть в сам? Ну, опять же, вот Redox потенциал. Вот береза очень здорово понижает. И не в каждую воду это залезет. Угу. Вот в чем дело-то. Тут вот о двух концах палка. Вот с одной стороны хочется этой вот фитотерапией заниматься, тем более, что доступ к, значит, лекарствам все хуже и хуже с каждым вот годом. И похоже, что будем этим заниматься, так или иначе. Вот. Но вот с другой стороны надо всегда как-то мерить. А мерить этот вот Redox очень плохо, очень сложно. Все эти машинки, которые Redox измеряют, ОВП, метр, они глючные. Я так понимаю, что если с точки зрения химии, как бы Redox потенциал, это когда очень много водорода, он связывается с кислородом, верно? Нет. И насыщение кислородом меньше. Водород там органика, там какие-то молекулы плавают. Может, вот это вот двухвалентное вот железо, которое в водопроводе, может быть, а может нет. Вот здесь есть. Вот. Оно может быть восстановителем тоже. Вот. Вот здесь очень старые водопроводные вот трубы, бог знает, когда вот сделаны. Восстановитель – это тот, который ест кислород. Который ест вот кислород. Да, а окислитель – это тот, который, ну, наоборот, который окисляет, да, вот эту морганцовку вот налить в аквариум, там Redox подскочит очень здорово. Старая вода – это низкий Redox. Низкий Redox, да. В основном это низкий. Вот старая вода. Ну вот, поэтому... Куча споров, а можно аквариум там на вот почве делать, да, на вот огородное. Я вот сделал, и вот у меня получилось. А кто-то сделал, и не получилось. У кого-то другая совершенно. Очень разная вода, и где-то проходит, где-то нет. И каждый раз надо вот разбираться, что за вода там. Поэтому такого вот... То есть я сделал, у меня получилось, я все знаю, это не катит. Нет, не катит никак. Каждый конкретный случай уникален, по сути дела. И надо, в общем, просто вот разбираться, а что. Вот, но если как бы получилось, ну и хорошо, кто же спорит. А как бы в куче случаев не получится. Вот в этом-то вся вот и беда, что... Вот, мерить этот самый ОВП очень тяжело. Машинки все глючные. Они работают буквально там очень небольшое время, потом начинают показывать все, что... Ну, они же показывают наличие кислорода в воде. Нет. Или вообще даже метропроводимость, наверное. Ну, сейчас могу... Нет, там платиновый электрод. И заряд измеряется между платиной и вот хлор-серебряным электродом, там хитрая вещь.
Но эти электроды, они очень быстро в негодность не приходят, их надо чистить, мыть, калибровать, и заканчивается все очень быстро. У меня эта машинка есть, американская, хорошая, показывает бог знает что, как бы уже все. То есть, вот. Значит, ориентировочно можно вот ориентироваться по тесту с марганцовкой. Вот этот марганцовочный тест. У меня он там на сайте описан хорошо, можно пользоваться. Вот если марганцовка обесцвечивается быстро, то значит УВП низкий. Если она стоит долго, цвет малиновый удерживает, значит он высокий. Но не во всех случаях, есть там куча исключений уже особых. То есть вот об этом просто рассказать практически вообще невозможно. Друзья, я найду эту ссылочку на сайте Владимира и там, отдельно. Там есть картинки, да, там все понятно, очень все там расписано. Это важная для нас, это не важная только для Питера, а вообще для любого региона. Да, это такая штука полезная. Так, ну вот такая штучка. И вот, если уж вопрос пошел об этом самом ОВП, вот смотрите, стоят такие вот машинки. Ага. Устройства, девайсы хотел такие. Тоже спросить, да, друзья, вот бутылочка что такая, это такое? Да, вот тут она близко подъехала. Это что? Это самопальный оксидатор. Перекись? Да, перекись, да. Вот, устройство, давайте мы на свет Божий выйдем. Вот там у нас бутылочка. Ага. Тут у нас просто распылитель. Ага. Он приклеен с помощью там, чего угодно можно приклеить. Важно, чтобы было герметично. Пробка, и там у нас в качестве катализаторов шунгит положим. Да? Да, вот шунгит прекрасно работает. Питере, да, фига просто. Ну, не дофига, но купить нет, можно. Он вообще карельский. Да, Петрозаводский, его можно купить, такие вот пакетики продаются. Считается, что он весь из себя целебный, можно вымачивать. Ну, как бы люди пьют, но фильтруют через него. Похоже, я знаю, где его купить. Вот, похоже, что есть такой. Похоже, что да. Похоже, что он на самом деле, когда он в аквариуме есть, мне кажется, что какой-то эффект положительный при этом присутствует. Вот. И сюда мы заливаем перекись. Ну, я вот сейчас 6% заливаю из вот пергидроля. Он начинает выделять кислород. Да, сейчас зальем, поставим. Здесь она вот. 6%? Здесь она была 30%, но я уже ее разбавил. Чтобы считать у меня удобнее этого было. Много, да. Я разбавил. Вот. И это каждый день так, да? Насколько ее хватает вот этой бутылочки? На 2 дня хватает, да. Но она не вынимается, да, пока вот сама перекись. Пока не вынимается, да. Все вот закрутили. Вот так вот можно сделать такой вот самопальный оксидатор. Если зёхтинг вот нормальный на немецкий друзья, стоит сейчас. Лайфхаки, как бы. Бог знает сколько. А тут вот. Это круто. Вот. Ну вот живородка, она чувствительна к этому редоксу, ей нравится. Мы отсюда брали. Вот, поэтому вот ставим мы ей. Там медленно-медленно выделяется. Мы будем видеть вообще пузырьки или нет? Когда воду поставим перед. Тогда мы, наверное, зря от света отошли. Нет, она очень плавно выделяется. Можно увидеть эти пузырьки, которые выходят из вот шунгита. Ага, не убирайте можем... тогда пока. Ну, сейчас на самом деле, вот сейчас они себя чувствуют хорошо, все необходимости каждый день этого делать нет. Но это можно делать и в щелочной воде, да? Вот, да, растворять кислород. Да. Но как бы в щелочной воде там есть свои вот особенности. Меньше перекиси надо, чтобы шло почему-то. Угу. Там щелочной вот воде не так. Ну, каждая вода, она своя. Тут надо вот просто прикидывать. Можно шунгит меньше ложить, да? Да. Но. Просто вот для начала мало. Кладем катализаторов и потом доводим опытным путем до нужного количества. Угу. Вот здесь это делать актуально, когда приходит свежая поставка живородки, чтобы она сразу оказалась в высоком редоксе, чтобы задавить бактериалки. Угу. Бактерии, они любят низкий редокс. А когда он, значит, вообще высокий, то все, они дохнут. И таким образом можно вот обойтись без антибиотиков, без лечебных кормов, без добавления. А если использовать концентратор кислорода, например, помогает? Это то же самое, что мы используем? Ну, надо опыт ставить. Думаю, что в какой-то степени да. В какой-то степени да. Но тут такая штука. Сам чистый кислород лучше растворяется в воде, чем... Здесь не совсем кислород. Здесь что получается? Вот... На шунгите выделяется, значит, кислород. Он идет вверх, создает здесь давление и выдавливает перекись
сквозь вот распылитель в воду. Mm-hmm. И таким образом в воду-то поступает либо непосредственно перекись, либо продукт разложения перекиси, который атомарный кислород поначалу. Mm-hmm. И в воду-то поступает гораздо более сильный вот окислитель, даже не сам кислород, а вот атомарный кислород, не молекулы кислорода О2, а просто О, mm-hmm. который очень активно вообще взаимодействует тут с любой вот органикой. Окисляется сильнее. Окисляет тех же бактерий, оболочки, у них жгутики, все что угодно. И таким образом можно вот обойтись без лекарств, а именно перекисью, угу. что сильно дешевле на самом деле, сравнительно с лекарствами сейчас. Но надо попасть вот в эти вот дозировки. То есть угу. любые плюсы имеют свои минусы, что надо вот пристреляться, то, что угу. называется. Но вообще того стоит на самом деле. То есть вот просто выдавливается перекись вот отсюда, сюда. Угу. Вот такая вот штука. Ну, вот тоже мы зарядим, там пузырики увидим. Вот. Вот лайф такая вот, как можно сделать оксидатор самопально. Очень нравится дискусом. Вот, ну, там у немцев у них эти фирменные вот оксидаторы, но вот смотришь. Но они по такому же принципу работают. По такому же принципу, да. Ты самое, в Келизово, когда я был, дискусовые там вот стойки. Угу. Все на оксидаторах. Все дискари. Я был, не видел оксидаторов. А я видел, да, вот, да. И все было поставлено, ага. просто вот, да, да. То есть часто там у них это есть. И потом какие-то видео видел тоже, все на оксидаторах. Ну, где-то, видимо, кто-то ставит, кто-то нет, но очень хороший эффект. Можно пообщаться еще по растениям, друзья? Ну, великолепный магазин просто с огромным количеством аквариумов. Значит, ну, вот вы можете сюда, значит, зайти в гости и, ну, просто кайфануть здесь, да? Ну, и что-нибудь себе прикупить там. Я, да, знаю, вот. Выбор, конечно, да. большой, большой. Ну, выбор. 400 товарных. Значит, ага, ага. С позиции. Это по рыбе только? Да. Да? Да. Ничего себе. Ну, как бы, вот каждая Данио отдельно, это вот своя позиция. Mm-hmm. То есть, ну, поэтому там, и вот размер, если МС и XL, mm-hmm. это тоже позиция. Так что видов рыб меньше, конечно, но все равно много. Прийти что-то заказать, чего нету, например? Да. Ну, пришел, я хочу пиранью на Тореро. Есть сейчас на Тореро? Нет? Ну, можно заказать? Можно заказать, да. Да. Угу. Но не быстро будет, потому что мы через поставки это делать будем. Когда будет поставка, ну вот соответствующая, угу. через того же Белова получим как бы купаться. Угу. Ну, осенью будут у нас пираньи. Сейчас просто приготовить ее, да, чтобы приготовить эту воду, да. Потому что она уже да. сядет. Там она отсидится. Вообще неубиваемая да. рыба, но тогда да, такая, да. она. Ну, мелкие, они психованные, ну, психованные маленькие, их надо раскармливать. Да, да. Они станут, как бы, они да, психуют. Да. Все вот лежат, да. Я их разводил, да. много. Ну, мелкие, конечно, это чудо, да. Это они просто. Друг друга жрут там. И друг друга жрут, да, кормить да. их надо. Вот. Так, ну что, по растениям? Да, по растениям хотел еще. А, по растениям, наверное, нам лучше позвать Александру. Вот у нас... Что? По Александра, растениям? Она... Ну, я ж не специалист по растениям. Ты специалист по растениям. Вот кто пакует растения? Друзья. Кто пакует растения? Она с нами общаться, но... Ну, я думаю, она просто стесняется. Она прекрасно рассказывает про растения. Здесь вроде как в Питере мягкая вода. Значит, ну, типа, по идее должно быть проще заниматься растениями, да? Вот, ну, то есть сразу у нас углекислый газ лучше растворяется в воде. Значит, его надо меньше, значит, микроэлементы должны, удобрения всякие лучше растворяться, потому что у нас карбоната нету. Правильно я говорю или я что-то путаю? Ну, газ-то растворяется одинаково, просто pH поддерживать слабокислый легче, потому что меньше газа надо для вот этого. Не-не, это я вот, ага, просто. Ага, вот. Легче в том плане, что мы их не кидаем в воду щелочную. Вот. Если это не сушка, ведь часть растений выращивается mm-hmm. вообще по суху. Да. На самом деле там они болотные, почему они больше, в очень чем? Влажной на среде. Вот. Но есть и чисто подводные, их тоже ну, немало. Вот. Но там они выращиваются, pH либо нейтральное, ну, либо там 6,5, 6,2 mm-hmm. может быть. Ну, то, что я вот ездил и видел, ну, 6,5 в основном была вот такая. И здесь тоже очень легко сделать 6,5. То есть мы их как бы высадим в свою же воду, без перепада по вот pH. Конечно, там, где вода восьмера, это вот подводная зелень из 6,5, она, конечно же, ну, помрет очень быстро. Здесь вот с этим это легче. А я правильно вот. Я понимаю, что при перевозе
из другой страны, ну неважно, из другого региона, рыбы или растения, ключевым является pH. Ну, в общем, да, можно так сказать. То есть с ним надо как-то. Да, быть. Да, это еще жесткий в свое время пофиг. Махлин писал, что вот волшебница pH, у него такая вот статья была, да, в книге «Занимательный аквариум», там вот глава целая была. Да, pH это важно очень. Это вот в первую очередь. И с этой вот ботвой очень важно не допускать перепадов больших pH. Вот, поэтому, да, если у вас там родная московская, там эта вода в большинстве мест, она стремится иметь свой pH, естественно, это 8, да, наверное, где-то. 7,5. Ну, 7,5-8, и надо потом как бы задувать этого CO2 туда, но побольше, чтобы вот уронить-то ее до семерочки, чтобы выпустить. Вот здесь с этим проще гораздо. Вот. Но здесь она слетает вниз, что не надо тоже, поэтому... Поэтому, конечно, мы на тестах, да. Чтобы... Здесь тоже используется ракушечник? Нет. Нет? Нет, здесь нет. Здесь нет, здесь вода мягкая. Ну, здесь достаточно вот не сильно просеянная эта вот природная галька. Там немножко примеси есть. Есть чуть-чуть, да. Вот, но здесь, в общем-то, естественным путем... Как же тогда человек придет к вам, купит растения и 5 рыбок? Нет, ну живет все, живет. Отсюда купит, оно живет. Ага. Вот, иначе бы не покупали. У нас очень хорошая вот эта вот банка под растения. Ага. Сделана. Я в свое время придумал эту штуку лет 10 вот назад. Ага. Вот, там в Акваинтерио такая первая была. Такой. Сейчас нет, нужно вот сделать. У нас здесь. Это правда. Речка. Вот. Ну я вижу, вот он здесь. Да, да. Мусор вот бежит. Это у нас выход вот отсюда. Здесь CO2-шник сбился. Выход вот отсюда, она течет, там перемычка до конца не доходит, ага. И уходит вот сюда. То есть это такая вот река, подача CO2 вот отсюда, ага. И вот хватает туда. А вот. Здесь ну просто внешником она перемещается, да? Вот тут, да? Внешники стоят, да. Ага. Ну два вот внешника под золотуху вот сюда идет. Ага. Здесь у нас тоже такие рыбки золотые, хорошие, веселые, позитивные. Ну это наши, наверное, да? Откуда-то. Нет, тайские рыбки. Здесь уже смесь. Вот эти красные шапки, это точно тайские. Да. Вот. А вот это все оно куплено тут от разных вообще поставщиков, ну, после пролички. Ну, вот, ну, рыбочки все ручные, вот уже вот, просто кушать ждут. Вот. Вот. Стадо такое очень хорошее, позитивное. Симпатичное, да. Вообще бы их тут дорастить до крупного размера. А вот они растут, вот, они растут и хорошо. Вот, ну, и просто не продавать их отсюда. Ну, продавать, ну, типа, вот такие вон мальки, как бы. Ну, как типа, на рынке говорят, с подсанкой, да? Да, вот. С подсанкой. Ну, нет, ну, вот еще купим. Вот но вот они подросли, на самом деле, хорошо. То есть, ну, вот для рыбок золотых им очень нравится. Хороший. Им очень нравится, когда уровень воды невысокий, а поверхность большая. Точно так же китайцы в этой известной... Значит, фирме Tong Hoi, которая вот по золотушкам чемпионы. Вот у них, ну, то не так их держит, так что... Когда у нас будут свои чемпионы по ну, не знаю, по любой рыбке? По золоту, не знаю, вообще мы по золоту, просили. Думаю, что не будет никогда, да. То есть, в общем, конечно, там значительно это все. Ну, другие маточники, другое хозяйство все-таки, ну, климатические условия тоже играют роль. Это... В старых книжках пишут, что вот они холодноводные. Ну, как бы нифига подобного. Они, конечно же, тепловодные все. Они, как говорят, эвритермные. То есть они... 3-4 переносят спокойно. То есть, да, да. Они, конечно, могут даже вот перезимовать там в пруду при известных условиях. Да, они могут плавно вот опуститься. Но у них оптимум всей вот активности по ферментам, по пищеварению 29 градусов. Вот, и 35 их вообще не убивает. Выносливые, вот и вот, все. Они, да, но им больше нравится вода теплая по жизни. Когда вода теплая, это лучше гораздо. Вот, поэтому, конечно же, эта рыбка в этом смысле тепловодная. Вот, и там быстрее растет, быстрее все это происходит. Пруды большие, очень большие емкости заняты. Под, вот, поэтому. Ну вот еще по длиннотелым рыбам, вот сейчас наше хозяйство, да, вполне они начинают уже... Это местное, да? Нет, это не местное, но я знаю, даже? Что есть местное. Нет, это вот это израильское, если честно. Вот. Это израильское, нам просто удобнее так взять по логистике. Вот. А слушайте, я там видел, там прудики такие стоят с карпиками. Да, там карпики есть. Можно, да, посмотреть? Вот, да, там можно даже и покормиться. А здесь у нас вот прудовка. Первый год мы начали прудовкой заниматься. Ага. Ну, как бы магазин начал этот заниматься. Вот.
Прикольно. Вот. А зачем сеточка, чтобы руки не совали? Нет, сеточка за тем, что все-таки прыгает. Ну, это, конечно, мелочь, прыгает мало, комет, а там уже прыгает хорошо. Ага. Вот. Ну, здесь вот было 900 штук исходно на 2,5 тонны. Вот. Ну, сейчас фильтра уже вот дозрели, уже стало более-менее все хорошо. А так я возился тут долго, пока я настроил все эти фильтровальные штуки. Ну, как бы что ни делай, фильтр, в общем, дозревает 3 недели хотя бы. А что-то вот. Какой-то вот интересный такой девайс. Вот, а это такой псевдокипящий слой не придуман. Я просто увеличивал фильтровальные мощности всячески. Вот, то есть потому он туда что... сливается, а там где-то дырочки, что ли? Там внизу дырочки, да. А это еще просто дополнительный вот субстрат, причем он рыхлый. Туда еще подсасывается кислород с этой струей воды. Угу. И вот эти две штуки, они мне тут, ну, в общем, радикально вот облегчили. Сейчас это уже то не сильно нужно. На сливном потоке? Да, там вот дырочки есть внизу. Угу. Тоже там небольшой слой. Друзья, это, ну лайфхак, в принципе, да? Вообще трехкопеечная штука, угу. Только на субстрат потратится, в принципе. Да, и вот она работает очень даже неплохо. Фильтр какой-то вот, приблотненный такой. Ну, фильтр этот, акваелевский. Ага. Акваель. Я имею в виду прудовой такой. Прудовой фильтр, да. Уже. Ну, тоже можно самому сделать, в принципе. Да, и, можно из коробки, да, сделать пенопластовый, да. Из там чего угодно. Вот. Ну, здесь все-таки магазин надо, чтобы это выглядело культурно. Mm-hmm. Да. Вот. А там же всякие губочные маты, вот эти вот. Ну, то есть та же губка просто пористая, поэтому ничего такого нам не надо. Но тут еще у нас, конечно же, там это заполнение карбонатное тоже идет, чтобы, mm-hmm. чтобы мы не скисли. Потому что вот под такой нагрузкой можно за вот одну ночь mm-hmm. в 5 там упасть. Все просто, чтобы вот PH5, и все, и утром будет гора трупов. Поэтому там, конечно, буфер выставлен, там много вот таких вот колбасок этих вот с этим песчаником положено. Ну, здесь это просто приходится делать. Ну, песчаник надо тоже приходится. Ой, пардон, не песчаник этот самый известный. Ну, ракушник, да, ракушник этот. Но он такой, там такой ракушник, то ли песчаник, то ли ракушник. Ну, он вообще это, шипит он хорошо. Поэтому, да. Вот, здесь более крупные карасики. Сейчас воды много. Угу. Здесь карпы красивые, но надо тогда аэрацию убирать. Карпы интересно, они такие вот диковатые, пока не привыкли. Мы, наверное, сейчас... Да вон они, ну да, там. А я попробую сейчас убрать аэрацию, и мы их покормим. Вот унистикс тоже, это вот один из вариантов ГСК, такой вот прудовой. Угу. Самый-самый дешевый из всех. Вот, поедает очень хорошо. Похож на этот К... Какой там К-150 такой тут. Вот. Ага. Чмоки-причмоки. Чмоки-причмоки, да, надо карпу садить. Вот. Да вот они. Вот они пошли. Ну, вот эти карпики вышли. Да, видели мы их. Вот. Ну и вот самые бойкие у нас насчет покушать это вот эти. Ну, вот такие тут. Стесняется еще. Вот, ну, вообще весь вот магазин, кроме живого корма. А, ну, мы еще Артемия позабыли. Вот, значит, ГСК у нас, значит, новостное. Ага. Вон говорят, что запах там, то есть, есть тут запах? Нет, запах у ГСК есть. Нет, что воняет потом противно, вода. Эти-то пахучие, они пахнут по-своему, да, приятно, но вот... Вода, вот, не, вот они едят, не, это ГСК, не тут вот как бы. Не, просто проток. Когда фильтры выставлены хорошо, ага. То, в общем, все нормально. В общем, среда говорит, это. Это основа, да. Основа, вот, да. Хорошая биология. И вот Питер как раз показательный, как бы в этом смысле, что если в Москве мы на эти проблемы не обращаем внимания вообще, то здесь приходится, значит, какие-то знания все-таки иметь. Ну, вот здесь эти... человек вот сейчас вот диплом делает. Оптимизация гидрохимических параметров, ага. аквариумных систем в свете экологических потребностей гидробионта. О как. Ага. Потому что надо вот оптимизировать, иначе не будем жить. То есть, грубо говоря, он приезжает на ферму, первое, что он делает, что не понимает, что у него на входе. Да, потом, да, надо смотреть, думает, чего течет. Как да. сделать так, чтобы это да. было, значит, да. приемлемо для да. жизни рыбы. Да.
А вот по вот пригородам вода может быть разная, скважины там, все такое. Вот люди сюда несут, значит, воду, я вот тестирую ее, и мы тут вообще разбираемся. Вам надо я что? Вот где сейчас живу, у подписчика, значит, у него из колодца вода 8 градусов гаш уже. Да. Вот. А кашку не знаю. А здесь вот в сторону Ропши, туда вот там 22 градуса жесткости. Прям так резко. Да, там 22, общая и 19 карбонатка. Ничего там себе. Залежи очень древних этих вот сам карбонатных тупов. Вот. И там вот вода фильтруется через эти вот очень древние вот отложения известняковые, и она там адски жесткая. Там накипь вообще такая, и вот все. Вот. Вот эти, знаешь, не будет. А питерская вода вообще откуда? Невская. Невская. В большинстве случаев Невская. То есть она прям мягкая в самой Неве. Ну, да, да, да. Потому что Ладога тоже питается здесь поверхностным стоком этих рек, а и здесь везде как бы известняка нету. Вот, Невская вода, она очень мягкая, она почти амазонка, об этом вот. Она почти амазонка. Мне сказали, что эти магазины не заканчиваются, и привели вот сюда. Здесь вот аквариумы такие стоят. Да, здесь любой клиент может выбрать любой аквариум. Да, то есть аквариум. Можно прийти и аквариум как бы купить, да? Угу. Аква плюс. А кто их делает? Это Петербург. Петербург? Это Петербург, ага. Да. Ну, это к экзаменю не относится, да? Ну, просто это как... не наш бренд, это конкретно отдельная фирма «Аква плюс». Угу. Короче, вот здесь можно аквариум, вот ну, в данном случае Аква Плюс купить. Ювель вот здесь, вот мой любимый ювель, который ко мне кто-то купит, и потом при, ну, я его буду ремонтировать и заработаю на этом денежек. Да. Ну, тут уже еще один. Еще подожди, один. Сейчас. Это, ага. Не, я буду держать, хорошо, все, потому что у меня в кармане. А, все понятно. Это Аня, она здесь, ну, короче говоря, рулит, главный человек здесь, вот, значит, и, собственно, она все это организовала. Спасибо тебе, Аня. Спасибо. Вот, здесь еще вот, ну, что-то такое флорариумное, да? Да, здесь у нас еще один отдел флорариумистики, если можно так сказать, начиная от сухого товара, то есть различные дождевальные установки, клеи, всяческие пены для монтажа, да, там, ну и к этому тоже относятся, грунты, глина, то есть это все флорариумы, террариумы, то есть все, что угодно можно из этого дела лепить, делать своими руками. Ну а тут у нас наша любимая оранжерея. Она влажная специально, там, друзья, немножко... Да. Нет, здесь так, такая же температура. У нас здесь установлена большая установка «Тропический дождь» сверху. Ага, вот здесь вижу, да, также такие. Система освещения. Вот, и если нужно будет какую-то вентиляцию сделать, да, то можно включить вентилятор. Они он мокренькие, видимо, уже это самое поливало тут. 5 раз в день работает установка. Сейчас у нас сколько? 6 на часах. Вот в 7 часов будет работать тропический дождь. 20 секунд. 20 секунд, да, он поливает и все. Если нужен будет уход за каким-то конкретным растением, мы, конечно, спокойненько достаем растения и там подрезаем листочки, если что-то нужно, то друзья, без тут проблем. Вот организован, сюда вода как бы, ну, поливается, да, и уходит вот тот приемочек, и оттуда, ну, видимо, дренаж как бы уходит вниз, то есть простая система. Ну и все в плитке, чтобы и пластиковые дверки. Грубо говоря, такая. Да, мы тут уже знакомились. Тут масса интересного. Владимир, вы Артемию принесли? Да. Она прям живая. Она живая. Вы ее сами инкубируете. Вот это вот масса, это вот куча живых рачков Артемии, причем взрослых, либо почти взрослых. Сейчас мы их в водичку бросим к рыбкам и посмотрим, как они плавают. Сказали, что они не покажут, как их инкубируют. Вот. Но сами понимаете, увидеть в Питере живую Артемию, это не где-то в озере выловлено. До сюда не довезете. Вот. Ну вот. Кому она нужна? Например, тут у нас есть щучки дермогенисы. Да, есть такие. Вот они тут стоят. Но щука, она и есть щука. Ей надо живой корм давать. Хотя они сушку жрут на самом деле. Вот. Только что пойманные рачки, сейчас они будут плавать. Вот, видите, вот такая вот она поплыла. Живой рачок.
Сейчас где-то мы тоже возбудились. Ну ладно, нам не жалко. А, хальциус, краснохвостый, такие они немножко кривенькие нам достались. Нет, но... хальциус это вот. Да, вот эти, это, да. А вот эти кто? А, это тетракоста. Вот да. Прикольная такая. Прикольная, да, ее. Типа она похожа на эту, на, блин, как она еще, таери. Да, да, что-то на пингвина, такое, только да. Там в другую сторону, там вниз. Ага. Вот они вместе, когда смотрятся, вообще шикарно. Угу. Тут мозги клинит, потому что вот той черная полоса вниз хвоста, угу. А у этой вверх. Очень забавный эффект, чисто вот психологически вот восприятие получается. Так, здесь у нас Артемия кончилась. Ну там подносы сами доберут. А мы как-то посмотрели там. Да, мы еще дадим. Быстро нет. Ну так это же вкусно. Вкусно однозначно. Эти еще у нас приехали так давно, но сейчас они вот немножко поотупляют и все соберут. Вот им это очень удобно есть, просто вообще вот и калибр, и все. Вот, ну, лялился тоже тут вот. Ну, все любят Артемию, на самом деле корм, в общем-то, уникальный. Тут вот акариктисы хекеля. Тоже хорошо. Вот. Вот. Пимелодосы тут неплохие. Но они не дураки, да. Такая она. Угу. Красненькая. Вот. Ну, только начнешь кормить, рядом товарищи тоже все говорят, ребята, да, почему да, дискриминация, да. Мы за равноправие. Я протестую, да, кричат. Да, да, кричат протестую, они. Да. Вот, тут еще у нас надо, чтобы для вот полиптеросов чего-то упало. Они их тоже выловят, да? Да, вот получили барбуса микроскопического, обещали 3 сантиметра. Угу. Поставщик. Это вот 3 сантиметра, он с Артемией кто-то величиной. Здесь разводит, да? Нет, это московские тоже. Это московские? Да, ну, мы вообще много из Москвы получаем. А у местных вообще не берете рыбу? Нет, берем мы у местных, ну, в меньшей степени. В Москве удобнее, более как бы поставленный значит, бизнес. А у нас машины ходят между московским магазином и нашим постоянно. Поэтому там заказаться, ну, ничего сложного нету. Ну, а если местный, кто-то сейчас ролик посмотрит, скажет, блин, почему они у нас не берут, я вот развожу. Связано еще с... Можно будет им вот позвонить и спросить? Ну, бизнеса, это, ну, потому что их, безнальные расчеты гораздо интереснее, чем нальные. Ага. Вот, поэтому сейчас все-таки уже цивилизованно ведется все закупки и торговля, поэтому это нормальный расчет. Надо, чтобы было, чтобы было то самое юридическое лицо, чтобы, это, чтобы это проходило по белым документам правильно, а не деньги из кармана вот так вот. Ну, то есть, и в этом если тоже есть такая то. Лицо... Да, ну, то в принципе, больше, наверное, да. Можно обратиться. Да, если юридическое, да, тогда, да. Пожалуйста, это вот Александра у нас закупается. Вообще эта коллекция вся собрана, в общем-то, благодаря ей. То есть вот закупки это на вот ней висит. То есть мое дело обеспечить потом вот здоровье, режимы кормления, вот правильный уход, а собственно сбор всего всех видов этих вот закупает она и растения, и рыбу. Вот, где там удобнее по логистике, там, в общем, и закупает. И по расчетам тоже это важно сейчас, как бы, корректно вести эти дела финансовые все. Дискусовая, да. Да, и дантум альбина. Вот, все это очень любят. Все это очень любят. Можно много. А все-таки Артемия чем питается? Она бактерией питается? Нет, она, ну, в природе она питается фитопланктоном. Водорослями, да? Под солнышком растут водоросли, она их ест. Здесь в условиях культивации это дело вот имитируется отсевками ГСК. Вот 80 микрон. Угу. Эти вот маленькие крошечки, делается водяная взвесь, и кормятся эти рачки. Вот они едят это. Вот, они на этом хорошо быстро растут. Я сюда не зря приехал, но точно. Ну вот Артемия плавает, да. Вот вообще где такое? Раз вижу инкубацию Артемии. Вот где такое можно? Надо как-то выпроситься. Причем это не вот на опле, это уже да. Вот подрощенные. У Акваменю надо будет выпроситься вот. На съемки именно инкубации Артемии.
Вот она, а пожалуйста. Ребята, вот. Просто серьезные. Вот, ее да? можно купить. Я видел это вот как раз в Кюльзов. Ну вот, можно купить Аулафоруса, ага. можно купить Артемия. Ага, ага. В московском магазине все это тоже сколько есть. Сколько стоит такой мешочек? 100 рублей. А, вот цены, да? Да, цены, вот. Ага. Аулафорус 60 рублей. Артемия, вот, 100, то есть все это как бы, да, вполне. А еще нанохлоропсис. Ну, это вот затравочка водорослей. Водорослей, да? Они соленые или они? Они соленые. Да? Они соленые. То есть, ну, а чем вот эти, этим можно, вот можно купить артемию, купить вот это, капать эти водоросли в эту артемию. Ага. Они будут расти, размножаться, яйца откладывать. Ну, то есть инкубируешь ее и кормишь ее. И кормишь вот этим, да. Интересно. То есть можно вот так еще и вот поиграть, просто поразвлекаться в банке там трехлитровой, она будет жить, ну, это понятно, при слабой аэрации. Ну, сейчас здесь нет, покажу бактерий. Я их не нафасовал, не успел. Я понял. Да, Владимир, огромное спасибо за экскурсию. И просто у нас уже перебор по времени идет. Ну, мы не успели всего на самом деле. Вот. Давайте еще приезжайте, да. А вот какой-нибудь лайфхак еще, можно, да. То я с удовольствием. Да. У меня есть план, друзья. Дело в том, что просто когда я уже сюда поехал, мне еще накидали контактов людей, да, понятно, кто занимается здесь рыбками. И у меня как бы уже на второй приезд есть к кому приехать. И поэтому, спасибо за приглашение. Вообще, спасибо, что уделили мне столько времени. Еще раз, значит, вот. Классно, классно, классно. Вообще, ну, вот все магазины должны быть такими, ну, я так считаю. И во всех магазинах должны быть такие люди, как вы, Владимир. Спасибо, что учите нас. Да, Учите нас, которые ничего не знают. Ну, уж так уж не знают. Мы будем это доносить. Ну, вообще, читайте вот «Аквариумо». Да, конечно, да. Читать сейчас уже все забыли, как вот читать. Тем не менее. Но, тем не менее, там хорошие знания. Как да. победить, значит, такую-то да, болячку. Там да, есть, да, там да, есть там. Метода хорошая, друзья, рабочая. Еще раз ссылки все в описании ролика. Владимир, спасибо. Аквамениу, да. спасибо, экзаменю, спасибо. Вот классно просто. Просто классно. Все, пока всем. Приезжайте, заходите, смотрите наши ролики. Круто, я просто прибалдел. Вот, вот. Пока. Ну, тут еще так. Пожалуйста, выбирайте, что хотите. Короче, друзья. Это вот, я так понимаю, мне подгон какой-то. Это да, это вот логово ГСК тут, да, вот оно тут представлено наибольшее. Ну я что, я хароценков развожу и этих самых живородок. Мне какой-нибудь мелкий корм. Да, эску, эмку, да. Вот. Так что? Наверное, на эмка будет поинтереснее или как? Ну вот размер корма. Угу. Очень удобно, что есть на банке. Ну мне уже давали, значит, ГСК, ну Андрей, соответственно, в Москве, вот такую баночку. Ну, мне сама баночка нравится. Можно кому-нибудь, да. Да, но я немножечко с ней не разобрался первый раз. Оказывается, вот эта вот штучка, ее надо до конца как-то да, снять. Оторвать, а я просто снял крышку, у меня пальцы мощные, я так пук ее открыл. Я потом думаю, что она мешает мне? Ну, резинка туда закрывается. Наверное, эску тоже. Держите. Спасибо, друзья. Ну, я с подарками. Круть. Кстати, скоро будет розыгрыш ГСК. У нас призы с выставки так вот висят. Значит, это и корма, это и тесты, это и еще что-то там, не помню. Тоже какая-то менюшная штука. Вот, поэтому, ну, не пропустите его. А чтобы не пропустить, ну, подпишитесь на канал просто.